Да. Ебать, а! Что это хуйня? Никит, что это такое? Бомбардировка, нахуй! Артподготовка, блядь! Да не сын, не сын, пока еще ничего нет. Артподготовка это. Ебать! Что такое? Хуя я заснял материал! Да! Пиздец. За куртка нельзя, да? Хотите, нельзя. Окей, все, валим. Что теперь? Чуваки, греемся, нахуй, я замерзну сейчас, блин. Там прям вот. Все заснял, знаете, все взрывы, эти падения, блядь, заебись. Не, ну покажи, что ты снял. Да, и пока снимай. Потом, сейчас еще хер знает, еще что-нибудь ебнет. Пролетела, нахер, вспышка была, и дальше в лес хренануло, блядь. Нет. Потом все выбегаем, смотрю, это все дело снимаю, потом еще взрывы начались, блядь. Мы убегаем вот туда, оно уже прям ухо. Известно. Ясно. Вот это, блядь, приключение, нахуй. Я вот. Заебца нахуй! Ебать! В атмосферу вошло, видишь, в атмосферу вошло и начало дальше уже гореть просто. А там сгорело и ебнулось остатки. У меня-то полный материал, в отличие от некоторых. Пиздец, блядь. Я жду, блядь, война начинается. Не ссы. А? Но взрывы, честно, я не понял, что за взрывы. Нет. Что за взрывы были, вот это я реально не понял. Это что-то похож на маленький это, метеорит или комету маленькая, какая-нибудь хренюшка пролетела. А что за взрывы, я не ебу. А взрывы были, кстати, с Юргу, блядь. А может там, не знаю, какой... Так, а ты же там, где другой. Да? Может, стекла? Стекла. Да, да, да. Я когда побежу, а за меня, знаешь, у меня кусок ебнулся, блядь. Ну, кстати, наверное, подержи. Да, вон я тебе. Подержи. Есть. Как мне это нравится, блядь. Сука, люблю такое. Спасибо, там тоже окна выебло в этом ГК. Ладно, пока.